Мы поинтересовались у саратовцев, готовы ли они поддержать отечественный автопром и ездить на российских автомобилях. А мы на отечественную ездим. Ой, не готов, по-честному, не готов, потому что у меня своя иномарка. Вот, как я на нее сел, и уже как бы неохота мне больше садиться на АвтоВАЗ на это, на любой, абсолютно. Готов, но если качество будет лучше. Нет, не готов. А почему? Ну, они ненадежные, и некачественные, и много денег на ремонт. Я им не доверяю. Нет. А почему? Не знаю, мне вас вообще не нравится. Внешне или по эксплуатации? Да и внешне по эксплуатации. Ну, если он станет такой же качественный, как зарубежный, почему бы нет? Оно устраивает в части таких вот автомобилей, как УАЗик, например. Вот такое. То есть все, что касается, например, каких-то дачных дел там и так далее. Ну, а все, что касается остального, я просто не могу сказать, что радует ситуация.